Строитель – сложная, ответственная и почетная профессия. В нынешних условиях эта специальность является одной из самых важных и востребованных на рынке труда в Донецкой Народной Республике. В предстоящее воскресенье работники строительной отрасли отметят свой профессиональный праздник. В Иловайске, впрочем, поздравлять строителей начали уже сегодня. Утром в городском доме науки и техники чествовали коллектив Иловайского строительно-монтажного эксплуатационного управления. В зале присутствуют ветераны, присутствуют административные работники, инженерный персонал, рабочие. Ну, многие, конечно, сейчас заняты на объектах, не смогли сюда приехать, но все равно это будет приятно, это будет положительно. Штат городского СМЭО – это почти 500 человек. Однако просторный зрительный зал Дома науки и техники сегодня практически пустовал. На концерт, посвященный своему профессиональному празднику, пришла только малая часть всего большого и дружного коллектива иловайских строителей. Большинство же трудятся на объектах, так необходимых Иловайску и всей республике. Праздник профессиональный, День строителя – это немаловажный праздник не только для нас, это для всей республики, потому что наши строители, наши предприятия в нашем лице проводим восстановительные работы, текущие работы, подготовку хозяйства в зиму. Работаем не только в Иловайске, работаем и по восстановлению Дебальцевского узла, работаем по восстановлению мостов. Люди, как говорится, заняты на этом творчеством поприще для восстановления не только инфраструктуры, но и восстановительной работы нашей республики. Для того, чтобы почтить ветеранов, почтить тех рабочих, которые вкладывают свой профессионализм, сегодня мы проводим концерт. Конечно, виновникам торжества сегодня было адресовано много теплых слов. Выступающие благодарили строителей за их ответственный и созидательный труд. Лучших работников предприятия, плотников, каменщиков, слесарей, инженеров, мастеров наградили грамотами от руководства Донецкой железной дороги, Центрального исполкома общественного движения Донецкая республика, а также администрации Иловайска. Не оставили без награды, впрочем, и начальника СМЭО. Торжественная часть мероприятия продолжилась выступлениями творческих коллективов города.